С самого утра сотрудники ГИБДД расположились в центре города на Шереметьевском проспекте. Но сегодня водителям они раздают не штрафы, а подарки на 23 февраля. Автолюбители сначала не понимают, за что их остановили. Правила вроде бы не нарушены. Но увидев улыбку на лице девушки-инспектора, враждебность отключают. Мы сегодня проводим акцию. Акция посвящена 23 февраля. И сегодня мы вас поздравляем с этим праздником. Спасибо. Желаем вам удачи, счастья, безопасных, главное, дорог. Спасибо. Наш социальный партнер дарит вам вот этот вот подарок. Я думаю, он вам понадобится, особенно весной. Вот. Спасибо. И всего вам наилучшего. Спасибо, очень приятно. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. И вам всего праздника, вас, мужчины. Автомобиль настоящего мужчины всегда должен блистать чистотой. Поэтому подарки соответствующие. Набор автохимии для железного коня и сувенирная продукция для водителя. Просто хочется поднять людям настроение, показать, что мы не только наказываем за нарушение требований правил дорожного движения, но и поворачиваемся лицом, стараемся помочь водителям разъяснить, куда ехать, как ехать, и просто поднять настроение. И это сотрудникам ГИБДД удается. Получив из рук инспектора подарок, некоторые водители даже решают выступить с ответной речью. Очень приятно получить такой подарок. Мы всегда ведем себя хорошо на дорогах. Не превышаем, не нарушаем. Спасибо. Инспекторы признаются, такие моменты дорогого стоят. Следующие на очереди – женщины-водители. Точно так же в преддверии 8 марта госавтоинспекторы поздравят представительниц прекрасной половины человечества. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.